Сегодня любой более или менее крупный производитель Android-смартфонов стремится оснастить свой девайс фирменным пользовательским интерфейсом. Компания LG не стала исключением. Их фирменную оболочку можно смело отнести к одной из самых удачных на рынке. Она красива, удобна и, самое главное, без лагов. В LG решили отказаться от ярких иконок и сместить акцент в сторону модного сегодня минимализма. Так что иконки теперь плоские с минимумом деталей. Впрочем, это пошло им только на пользу. Достаточно просто сравнить старую и новую версии. Новая оболочка выполнена в едином стиле, имеет цельный внешний вид, чего не наблюдалось ранее. Одновременно с этим она не слишком сильно ушла от чистого Android. Экран блокировки интересен тем, что он содержит не только дату и время, но еще и обеспечивает упрощенный доступ к различным приложениям. Пользователь сам может задавать, каким именно. Также на рабочем столе отображаются входящие сообщения и другие уведомления. Рабочий стол не слишком отличается от тех, что мы можем наблюдать у других устройств. Можно менять количество столов, расположение иконок, а также изменять размер последних. Некоторые программы можно запускать в отдельных окошках или в режиме двух окон, когда экран делится пополам по горизонтали. Что же касается расположенного внизу набора сенсорных кнопок, то их расположение и цвет пользователь может задать самостоятельно. Разработчики приложили немало усилий к тому, чтобы набор текста на виртуальной клавиатуре был максимально удобен. У пользователя есть возможность настроить размеры клавиатуры, идеально подогнав ее под свои пальцы. Также есть возможность регулировки дополнительных символов и их расположения. В целом же настроек у клавиатуры очень много, даже самые требовательные пользователи останутся довольны. Также много внимания уделено безопасности данных. В частности, у каждого есть возможность шифровки контента, хранящегося в телефоне или на карте памяти. Вы можете скрывать отдельно фотографии в галерее или удаленно блокировать смартфон. Но код поможет настроить разблокировку телефона при помощи уникальной комбинации прикосновений. Номеронабиратель оболочки отличается повышенным удобством. У него крупные кнопки и есть поддержка функции Smart Dial. Она позволяет находить абонента по первым цифрам его номера. При этом доступны некоторые виды сортировки. Контакты можно отмечать как избранные и переносить в отдельные группы. При входящих или исходящих звонках фотографии абонента отображаются по середине экрана в кружке. Он относительно небольшой, но все же его достаточно для того, чтобы при быстром взгляде узнать, кто именно звонит. Приятно смотрятся также и текстовые сообщения. Выглядит все довольно стандартно в виде чата. Зато у каждого есть возможность выбрать различные варианты оформления. В комплекте также каждый получает различные предустановленные приложения. Они выполнены в том же стиле, что и сама оболочка. Это радио, калькулятор и диктофон. Очень красивое приложение «Погода». Что же касается календаря и почты, то эти программы мало чем отличаются от множества подобных из других оболочек. Отдельного внимания также заслуживает предустановленная программа Quick Memo Plus. Она предназначена для создания заметок от руки. При этом поддерживается не только виртуальная клавиатура, но также и стилус. То есть особенно полезным это приложение будет для владельцев смартфона LG G3 Stylus. Подводя итоги, стоит сказать, что LG удалось создать очень удобную оболочку. И пусть она даже и безымянная. Можно с уверенностью сказать, что это один из лучших лаунчеров на рынке. И это может стать самой главной причиной при покупке LG смартфона.